мандолин с органом уже необычно. Мандолин, орган и клавесин – это совсем необычно, это очень по-венециански. Эта музыка будет интересна и маленьким детям, потому что она очень легкая для восприятия, и людям молодым, которые любят что-то современное и прогрессивное, потому что музыка позитивная, яркая, и, конечно же, людям, искушенным классической музыкой. Клавесин очень специфический, маленький, домашний, как были в домах во времена Вивальди. Это тарантеллы, баркаролы, вода, старые красивые здания, итальянские композиторы. Мы приглашаем вас на концерт 3 августа «Лето в Венеции» в собор на Малой Грузинской. Ждем вас!